Всем привет. Вчера мы с папой ездили на конюшню, коням которых спасли от бойни. Мы их кормили, потом катались. Катался я в первый раз. До этого только в раннем детстве, и то на пони. Мне было страшно, но потом у меня все получилось, и мне понравилось. О том, что мы делали на конюшне, в этом видео. Смотрите, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, вкусно, вкусно. Так же держи, 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 да. Держи. Вот. Налетай. Налетай. Крохотка. Крохотка. Ты понял, да, с ней историю вообще? От нее все отворачивались, сказали, не бери ее, она шама-шама. Она у меня самая лучшая. Да? Там целая маховка. А? Там целая маховка. Где ее? А, она сейчас полетит. Подожди. Подойди, сейчас я все расскажу, Петенька, рассказывай подходим. Мальчику, да. Левой рукой берем, вот повод у тебя постоянно, левую ногу стремечко. Рывочком поднимаемся вверх, прямо, ногу переносим и садимся, не падаем, а садимся. Понял. Давай, все. А ну-ка давай, раз, посмотри, как молодец, сразу. Все, стоим. Класс. Берем. Дюха красавчик. Так, вот на краешек перчить попустите. А папа снимает. Дай. Папа снимает. Папа, как ощущения? То молодец. Класс? Да, с первого раза запрыгнул так легко. Гордость за сына. Да. Когда Андрюха будет скакать по-настоящему как джигит и спрыгивать как настоящий герой фильмов и романов, мы ему покажем эти первые шаги на лошади, когда он вроде бы как боялся, но переборол свой страх и сделает еще лучше, чем вчера. Давай, Андрюха. О, вот красавчик. Ну, погладь за пальчика. За сотрудничество. Стоим. Стоим, 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 стоим. Ну-ка. Стой. Андрюша. Не бойся, я его целовала. Стоим, мальчик, стоим. Смотри в камеру. За парчик. Красава. Все, молодцы. Ну как, Андрюха? Мне понравилось кататься. Ну, немного страшно. А что понравилось больше? Ну, меня только. Понравилось. Ну, просто когда ходил. Трясло, ну, так было страшно, что сейчас упаду.
но я понял, что не упаду, и мне понравилось. Следующий этап – рысь, а потом галоп, потом свечка, а потом… Первые впечатления после первого раза сидеть на лошадке. Но я вам хочу сказать честно, что это страшно. Не надо думать, что так все легко. Это страшно. Лошадь, не забывайте, это животное. Поэтому мы это сегодня сделали. Андрюха первый раз поехал на лошади. Молодец, Андрюха. Мужик. Андрюшка, ну-ка быстро, быстро, быстро. Рассказывай все, что чувствуешь. Давай. Страшно. Так. Но есть какая-то вот внутри, что все-таки ты справился со страхом, ты да, это сделал. Круто? Да. Дай пять. Идите туда, где страшно, и вы будете настоящим героем. Потому что рядом настоящие друзья. И главное, первый наставник вашей жизни – это папа. Папа, а теперь твои эмоции. Ну что, молодец. Можно гордиться таким сыном. Красавчик. Да. Быстро с первого раза, это первый раз. Сел на лошадь, но вполне нормально. Отлично. Конечно. Самое главное, что он это сделал. Делайте, как мы. Ура!